Всем привет, с вами Slayer, и я хочу рассказать, чем же я занимался последнюю неделю, что не уходили ролики. Данное видео я записываю потому, что некоторые наши фанаты стали спрашивать, а где же новые видео? Неужели это конец? Неужели больше не будет классных видео от Slayer? Рассказываю, чем я занимался последнюю неделю. Как вы знаете, были безумные майские праздники с отличными акциями от Wargaming. Все это время я фармил серебро, голду и прочие штуки. Под акции покупалось огромное количество модулей, расходников, снаряжения и так далее. Куплено 12 премиум танков. Сейчас ангар составляет 29 единиц техники, из них премиум техники 14 единиц. Было 3 безумных дня, когда снимался X5 со всего парка техники, и думаю, делали многие так же. Это то, чем я занимался последнее время. Соответственно, хорошие новости для вас. Мы будем открывать голдовую ветку танков, где я буду рассказывать плюсы, минусы каждого танка и стоит ли покупать премиумные танки. То есть мы начнем с самых азов и закончим самыми тяжелыми и дорогими танками, не такими как Лев, 34, ИС-6 и так далее. Поэтому продолжайте нас смотреть, подписывайтесь, присылайте ссылки на наши видео друзьям. Будет много интересного, будет очень классно. Спасибо за внимание.